У судей, которые рассматривают резонансные дела, должна быть государственная охрана, заявил сегодня глава Союза юристов России депутат Павел Крашенинников. О необходимости такой охраны заговорили после убийства федерального судьи Эдуарда Чувашова. Он выносил приговоры по ряду громких дел, в частности, отправил за решетку две банды скинхедов. Националистический след оперативники сейчас отрабатывают в первую очередь. С подробностями Олег Пакшин. Весь день следователи вели работу на месте убийства в доме, где жил судья Эдуард Чувашов. Оперативники уже располагают приметами убийцы. Он попал в объективы камер наблюдения. Это мужчина 25-30 лет славянской внешности. Около 9 утра он открыл стрельбу по выходящему из квартиры судье. Пули попали в грудь и голову. Чувашов умер почти мгновенно. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющее правосудие». Рассматриваются в настоящее время различные версии происшедшего. Прежде всего рассматривается версия, связанная с служебной деятельностью данного федерального судьи. Эти кадры сняты летом прошлого года. На них Чувашов выносит приговор бывшему мэру Красноармейска за вымогательство. Громких дел с авторитетными фигурантами в практике Чувашова было немало. Ему даже угрожали. На экстремистских сайтах то и дело появлялись резкие заявления о расправе над Чувашовым. В последнее время судья специализировался на процессах, рассматривающих дела против леворадикальных группировок. Только в феврале он закончил процесс по банде скинхедов «Белые волки» и собирался приступить к новому делу националистов. В настоящий момент он готовился, насколько я знаю, к рассмотрению дела одного из участников РЕВМ-совет, по-моему. Соседи погибшего говорят о Чувашове как о добром и отзывчивом человеке. Его хорошо все знали. До суда Чувашов работал в милиции, был участковым по своему району, дослужился до начальника отдела УГРО. Нам подожгли машину во дворе. Кто откликнулся из всего дома, это был он и его жена. Хороший, как говорится, товарищ вроде всего. Не то, что не заносчивый такой. В Мосгорсуде говорят, что сегодня потеряли одного из лучших специалистов, профессионала, отлично знающего свое дело. Здесь уже выразили соболезнования родным и близким. Эдуарду Чувашову было 47 лет. Олег Пакшин, Виктория Григорьева и Андрей Акимов. 5 канал.